На погранзаставе Маруха торжественно отметили День пограничника и провели показательное выступление по задержанию условных нарушителей. Праздничные мероприятия прошли без участия приглашенных лиц, а зрителями стали члены семей военнослужащих. Подробности расскажет Мурат Джанкезов. По традиции праздник начался с торжественного поднятия флага Российской Федерации. В честь пограничников, погибших при исполнении служебного долга, прозвучал троекратный залп автоматной очереди. Военнослужащих с праздником поздравили и самые маленькие жители заставы. В их исполнении прозвучали стихи и песни. На высокогорной заставе Маруха боевую вахту вместе с мужьями денно и ночно несут и представительницы прекрасной половины человечества. Служится хорошо, служим. Мы с мужем оба военнослужащие. Имеем двое деток маленьких за все это время. В женском коллективе, как всегда, друг друга поддерживаем. 28 мая – это как наш праздник, мы всегда рады его принимать. Поздравляю всех с Днем пограничника, желаю мирного неба. Любопытные мальчишки и девчонки ознакомились с образцами вооружения подразделения и посетили музей погранзаставы. У нас все условия, комфортные условия для жизни, для семей. Обстановка, в принципе, на границе спокойная. Так что нам нравится. Я, конечно же, желаю мира всем членам и семьи, так как здесь мы все вместе живем. И главное – мира. Самым зрелищным событием стал показательный захват и обезвреживание условных террористов. По легенде, пограничный патруль заметил двух нарушителей государственной границы. Завязалась перестрелка. На подмогу прибыла усиленная группа. Молниеносными отточенными действиями пограничников преступники обезврежены. Финальным аккордом звучат заслуженные аплодисменты зрителей. Мурат Джанкезов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.